Я приклеила два слоя лепестков. Длина лепестка равна длине листа бумаги формата А4. Всего у меня ушло 11 листов. Возможно, понадобится еще. Продолжаем обклейку. Этап изготовления цветочка у нас закончен. Мы приклеили лепесточки. Сначала два слоя длинных, потом средних, потом самых коротеньких. Немножко подождем, пока высохнет, и будем дальше их сворачивать. Лепестки в середине цветка мы свернули в завиточки с помощью карандаша тонкого или кисточки. А крайние лепестки мы сгибаем примерно пополам аккуратненько и приклеиваем. И вот промежуточный этап, что пока получилось. Вот такой вот цветочек из офисной бумаги у нас получился.